Уже почти конец часа. Мне нужно подзарядиться, Грегори. О нет, снова в мою смену. Мегапицеплекс закрыт. Пошел нахер отсюда, а не то я тебя уделаю. Завали дупло, кукушка. Если ты еще раз меня так обзовешь, я скажу, сколько тебе жить осталось. Зачем пиццеплексу так много охраны? Что ты не понял, когда я сказал, что мы закрыты? Ладно, как мне выбраться отсюда? Ты болтали, балбес. Там на русском языке написано «Excite», тупица. Я не могу остаться здесь? Да, ты не можешь остаться здесь. Потому что мы закрыты. Потому что мы закрыты. Чтобы выйти, мне нужен пропуск в детский сад. Пропуск в детский сад? Ты что, конченый? Это вход в здание, придурок. У меня есть 3 предположения касаемо тебя. Первое. Ты дурак. Второе. Да. Третье. Пошел вон. Вроде я в норме. Все, с меня хватит. Когда ж ты перестанешь ржать, придурок? Ответьте! Ответьте! Полиция, слушай. У меня дома кто-то есть. Ты звонишь сейчас из дома, да? Ну да. Значит, в доме находишься ты. Больше сюда не звони. Вот ты где! Чё ты орёшь? Я просто помочь хотела. Эй, как дела? Слушай, я нашёл курицу из KFC. Огромный Сандерс Баскет, его на всех хватит. Чё ты откисла? С тобой поделиться или нет? Курица же вроде не калорийна. Сейчас ты заплатишь за всё. Вот чёрт. Так держать, суперзвезда. Я знал, что ты справишься. Я знаю, как вытащить тебя отсюда. Залезай в полость и отчаливаем. Ладно, но пообещай, что будешь двигаться осторожно. Я реально не хочу, чтобы меня перекрутило в сосиску. Фёдор... Блин, я чувствую, что тебе плохо. Мне реально очень жаль, Грегори. С Рождеством тебя, малыш! Мы знаем, что ты там, и что ты там один. Так что открывай, малыш. Пришел Санта-Клаус. Иди во снегурок. Мы тебе ничего не сделали. Что случилось? Иди, я тебе сказала. Привет. Чика, оставь, пожалуйста, пиццу. Нет. Ну, пожалуйста, я голоден. Это пицца моя. Ты робот, тебе не нужно есть пищу. Отдай. Не дам. Дай. Найди что-нибудь другое. Ха, ведут себя, как брат и сестра. Возьмите карту. А зачем я вообще начал с тобой разговаривать? По фалов-то. Все сюда! Я лучшая! Я нашла их! Хочешь, дам автограф? Нет, спасибо! Я не тыкаю тебя, эй, я не эй, тыкаю тебя, хватит, я не тыка, хватит, я не тыкаю тебя, прекрати, я не тыкаю тебя, чертов я не буллинг, тыкаю Грегори. Тебя. Что это такое? Это фонтан.
А фонтан — это металлическая декоративная конструкция, выталкивающая воду снизу. Некоторые люди кидают туда монетки, а по праздникам ВТВшники устраивают в нем драки. Я тоже один раз дрался. Всем было смешно, кроме меня. Эй, Грегори. Я приготовил пиццу для тебя. Спасибо, папа. Грегори, ты только что назвал меня... Каждый мужчина может быть отцом, но чтобы быть отцом, нужно быть особенным. Анна Гэддес. Пожалуйста, подвинь свою бочину. Я не могу ногу согнуть. Я думаю, Ванесса не найдет нас здесь. Почему бы нам не сделать несколько селфачей, пока мы здесь чилим? Грегори, я не думаю, что фоткать меня в данный момент это прям хорошо. Ай, блин, мои глаза! Я ничего не вижу! Что ты наделал, Грегори? Грегори, прекрати баловаться, она ж нас найдет. Тебе весело? Тебя стучаться не учили? Мда. Похоже, мы здорово облажались.